Есть? Мы нет. Бабушка, давайте, не задержите людей. А что случилось? Работу опасно. Давай, за работу. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Люди не хотят вас ехать и нюхать. Да на выход. Я не буду, я чисто. На выход, я сказал. Или я сейчас одену перчатки, как в прошлый раз, и выкину. Выходим. 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 На следующем поедешь. На следующем. Ну, мужик, ну... Что такое? Сидите, сидите. Что случилось? Давайте мы за нее... Посидите, посидите. Не надо платить, понимаешь? От нее воняет. Я еду в кабине, я рыгаю себе на пульт от этой вони, потому что оно все идет ко мне в кабину. Мы только с конца салона идет в кабину. 20 минут стояли. Ну, видишь пустые места, и люди у нас стоят. С ребенком человек перебежал наперед. С ребенком. Это не то, что я выдумываю. Здесь только что был скандал. Пожалуйста, не снимай, у меня есть свои права. Давайте мне тоже. Определяйтесь уже, блин, на работу. Меня не уберу. Я имею полное право. Нет, не имеешь, я на работу. Лицо не попадает? За мной. Мое право. Могу снимать. Пожалуйста. Бабушка, выходим. На каком основании? У вас есть какие-то, ну, что-то? Что-то? Пошли сюда. Иди сюда. Подойди, пожалуйста. Мы постояли с ней, понюхали. Постояли, 20 минут стояли. Вели. Молодой человек, снимите, пожалуйста, вытяг правил користования трамвая. Здесь есть пассажир забовязанный. Понимаешь? Покажите. Пассажирам забороняється перебувати в салоні в нетрезвому стані, палити, вмикати голосну музику. Так? Проїжджати в одязі та провозити багаж, що забруднюють одяг пасажирів, обшивку салона. Забруднює. От нее воняет. Забруднює. Она писает и какает на сиденье. Неоднократно убирал кондуктор. Забруднює. Ну сейчас не забруднює. Я сейчас доеду до Калиуса, с кабуш убирать? Вы же не слышите вот. Запах. Я тоже не хочу убирать. И я не хочу получать простор. Давай. Бабуля, выходим, я не поеду. Да. Так давайте вместе скинемся, что самые умные. Да ты посмотри, сколько людей в канале за 4 сидит, просит. Вы что, первый раз бабку? Люди, вы в своем уме все? Я в своем уме. Пройдите сами я пешком. Я эту бабку знаете сколько вижу? Чё? Я тоже. 10 лет. Жизни вижу. Да, 10 лет. Давай вези. Я не знаю, так проедьте сами на такси. Малолетка, ты еще что-то рассказываешь? Я? Ну так если ты не совершеннолетний, ты еще, блядь, вот стоишь в очках и умничаешь. А можете, пожалуйста, законтролировать свое? Контролируйте вы себя. А что молодые тут? Что случилось? Так, молодые люди, вы здесь не правы, пожалуйста. Убираем телефон, выходим из вагона. Я эту бабушку вызываю. 677. Помоги. Просто, блин.